Сегодня немножко у меня другой формат видео, обзора нашего дорогого, любимого Василека. Пришла вот такая вот посылочка. Ну, девочки, так как у меня еще со спиной немножко проблемы, мы будем ее открывать прямо на диване. Сейчас вскроем, посмотрим, что же мне здесь пришло. И я вам все, мои хорошие, покажу подробно, подробным образом. Будем открывать? Будем. Смотрите, девчата, вот такой мешок. Я сейчас разрежу. Упаковывают очень крепко. Так что, знаете, не порвалась. И всегда вот такая ручка есть, чтобы было нести удобно. Давайте так, девчонки. Я сейчас распакую, чтобы вот этого шуршания не было. И подключусь. Буду вам все подробно показывать и рассказывать. Девочки, я распаковала мешок этот. И здесь я вижу много товара. Первое, что здесь положили, вот такие носовые платочки. Девчата, это мы выбирали с внученькой. Их, по-моему, 10 штук. Да, 10 штук. И цена за вот такой носовой платочек, девчата, всего лишь 10 рублей. У нас на рынке, у китайцев, не в магазине, платочек вот такой стоит 30 рублей. Один. Здесь 10. Смотрите, какая красота. 10 штучек вот таких, девчата. Детской тематики выбирали мы. И 10 еще платочков вот таких. Вот. Лошадки, пони, единорожки. Ну, сейчас у детей это самый-самый писк моды. Вот 20 платочков. И всего лишь 100 рублей и 100 рублей. То есть 200 рублей за 20 штук. Тематика очень разная. На любой вкус и цвет. Так, здесь что-то у меня идет. Бриджи. На меня я заказывала. Девчонки, вот такую вещь я люблю. И что-то я заказала. Думаю, закажу на пробу. О, классные штанишки. Вот такие штанишки я просто обожаю. Да, это мой размерчик. Пахнет новым. Вкусно пахнет. 58 размер, девчата. Состав 100% хлопок. Вот, девочки, смотрите, этикетка. 100% хлопок. Стирка 30 градусов. Утюжок 2 точечки. Классные штанишки. Я вам покажу сейчас швы. Сейчас, мои хорошие. Вот шовчик. Смотрите. Видите, все прострочено, оверложено. Все как положено. Вот такие вот швы. Ну и по низу, девчата, вот швы, видите? Бабочка ко мне залетела. Да, я что-то... Надо было мне парочку таких штанишек. Тоненькие, девочки. Но они, вон, не просвечивают. Вот, на теле будут. Ну, вот даже я натяну, видите, вот такие. Но легенькие. Ой, шикарно. Вот в такую жару я дома, вы уже заметили, я хожу вот в таких штанишках. До колен, могу одеть выше колен. И именно бриджиками, и футболка или маечка, потому что очень жарко. Так, я вам сейчас скажу, сколько цена вот таким бриджикам. Это бриджи, ну, на меня я заказала 58 размер. Пойду померяю и вам покажусь. Девчат, вот я их одела. Смотрите, как они смотрятся. Длина ниже коленочек. Вот я подниму. Вот они, видите, штанишки. Классные девочки, очень легкие. Вообще. Зря я парочку. Вот здесь бы еще кармашки. Но надо было парочку даже заказать для дома. Ну почему для дома? Черненькие. Можно везде одеть. Это легкая вещь. И длина то, что я люблю. Вот она, считайте, вот колено, а вот длина. Она вообще шикарная. Шикарная. И штанишки классные. Просто шик. Девочки, бриджи называются. Бриджи женские. Так, название, как-то вам сказать, К645, 58 размер, 294 рубля. Но у меня здесь указано 2 штуки. Значит, еще одни. О! Вот что значит слепая. Девчата, двое. Я думаю, я же вроде бы двое штанишек этих. О, я рада. Да-да-да, двое, девочки, двое. Вот они, вторые штаники. Класс, на сменку. Вообще, вот я не люблю вот такие какие-то теплые вещи. Вот эти, девчата, ну это просто шик. Вот здесь, видите, вот резиночка, все прострочено. Вот эти вот все швы. 58 размер. 95% хлопок состав и 5П. Вот, вот мои хорошие. Вот так вот вам покажу. Классные, очень классные. И цена, девчата, 294 рубля. 588 рублей за двое штанишек. Вообще супер. Просто супер. Следующее что-то здесь, какая-то, так, какая-то вещичка, 42-й комбинезон. Комбинезон для Веры. Сейчас, девчата, кошечки. Да. Вот такой комбезик штанишками, видите? И вот. Здесь кошечки. Вообще классно. На пуговках. Пуговки кнопочные. Придется мне вставать. Вставать. Сейчас, девочки, я встану, вам покажу. Девчонки, глядите. Вот так она выглядит. Здесь кнопочные вот такие вот пуговки. Ну, кнопочки. На кнопочках застежки. Идет вот здесь шортики, кармашки, девочки, глубокие довольно-таки кармашки, под поясок. Это на мою Веру. Девчата, она, конечно, мерить не будет сейчас на камеру, но когда она оденет, я обязательно вам покажу Веру в нем. Вот, вот такие вот штанишки, смотрите. Ну, класс. Вот, это задняя сторона. 42 размер. Она у меня миниатюрная. О, я довольная. А легкая, девчата. Это 100% хлопок. Очень приятный. На ощупь, девочки, вот очень-очень приятная вещь. Все прострочено. Вот я вам покажу сейчас швы. Смотрите. Видите, шовчики? Вот здесь. Вот здесь швы. Все прострочено, все обметано. По пояску резиночка. Сейчас я ее позову, пускай она меряет. Она на камеру постесняется, девчонки. Ну, поверьте, это классно. Он легкий. Вот на море поедем. Вообще шик. Вот просто шикарно. легенькая вещь. И стоит вот этот комбинезон Кэт, трикотаж, 42 размер, 560 рублей, девчата. Вера будет очень довольная. Но она выбирала сама. Мама, вот этот закажи. Вообще классненько. И здесь на вот таких вот кнопочках. Видите, вот они, кнопочки. Застегиваются, девчата. Вот так. Красиво. Вот Василек вообще радует. Молодцы. Ассортимент там разнообразный, девчата. На детей, на взрослых. Потом для внученьки я заказывала две, по-моему, футболки. Сейчас посмотрим. Да, девчата. Это для Кристины и брала. Что-то я побоялась. Ага, рост я большой взяла на 120, 122. Вот такая киска. Она просила, баба с кошкой, ну, большая. Большая, еще и розовая. На девчонку, конечно. На вырост, только на вырост. Смотрите, вообще, это хлопок, я так понимаю. Так, сейчас, мои хорошие. Узбекистан. Made in Bonito. Вот такая вот фирма. Кстати, я уже заказывала такую фирму. Изделия классные. 100% хлопок. Но он чувствуется, девочки. Он прям вот чувствуется. Вот такая киска. Правда, красота. Просто красота. И вторая. Я взяла побольше, девочки. Растут очень быстро. Можно было, конечно, на размер поменьше. И вот такая футболка. Тоже киска. Но большовато. Да, это большовато. Сейчас посмотрим. Девочки, вот это вот называется футболка «Кошечка в мечтах» персиковая. Ей на 7 лет. Я, конечно, немножко большоватую взяла, но не страшно. Это не мало, правда же? Но кошка просто шикарная, футболка просто шик. И цена ей 146, ой, персиковая, да, 146 рублей, девочки. А вторая котик-милашка оранжевая, вот она. То же самое, 146 рублей, но хлопок. Настолько вот он приятный, девчата. Узбекистан шьет. Бабочка залетела, девочки, ко мне. Окно открыто, а свет яркий. Но так вот она очень простенькая, видите, но классная. Для лета самого то. Это для Кристины. Но они большоваты немножко, конечно. Заказала этот раз небольшие, девчонки, полотенчики для кухни, именно для рук. Таких для лица у меня полотенец много. Смотрите, какая красота. Значит, у нас здесь 100% хлопок. А размеры, девочки, 30 на 50. И это производитель у нас Узбекистан. 40 градусов стирка. Вот такая. Вот такая расцветка. Вот именно мы, дочь пользуется салфетками. Они у них как-то полотенца вот такие для рук не в обиходе. Но у нас с Верой в обязательном порядке, особенно у меня. Я, когда сажусь к столу кушать, мне нужно обязательно положить на колени полотенце. Девочки, ну это привычка с детства идет, и я от нее никак не могу избавиться. Или же вот под руку положить полотенце, чтобы оно у меня вот так прям было, чтобы я в любой момент вытерла руки. Но полотенчики очень красивые. Смотрите. Два вот зелененьких. Ой, Потом вот такой розовенький. Цвет такой приятный. Так, это все Узбекистан. 30 на 50. Да, 40 градусов. И у утюжка две точечки на утюжке. Вот. Можно, то есть, и гладить. И вот такое голубенькое. Разных цветов заказала. В итоге у меня их 5 штук. Очень хорошие. Потому что полотенце, одно полотенце на день, а бывает и 2 полотенца на день убегает. Улетают, просто улетают. Классные девчата. Сейчас я вам скажу цены на полотенчики. Полотенце махровое, Узбекистан. Так, 380 грамм на метр. Значит, размер 30 на 50. И цена за одно полотенце 42 рубля. Классные полотенца. Девочки, заказала 2 наловочки. Комплекты у нас есть. А вот наволочки я тоже люблю, чтобы они были в большом количестве. Сейчас вам покажу. Наволочка 70 на 70. Бязь 120 грамм на метр. Называется гармония. Цвет зеленый. Ой, какая красивая. Девчата, глядите. Какая красота. Бабочки. Смотрите, разве не прелесть? Просто обожаю такие. Вот. Новым пахнет. Замечательно. Наловочка. Ну, бабочка летает у меня тут большая, залетела. Так, сейчас, мои хорошие, я хочу вам показать запах. Она тоже в кадр лезет. Бабочка-то летает. Смотрите, девочки, какой глубокий. Вот он, запас под подушку. Видите? Вот такая глубина, чтобы подушка даже уже не выскакивала. Красота! Очень красивая. Нарядная, красивая. Вот разве не приятно на такой вот наволочке лечь спать? Конечно, приятно. Девчат, глядите. Вообще. Можно в подарок наволочки разных расцветок. Сейчас вам вторую покажу. Разных размеров. Есть там 70 на 70. Есть такие вот продолговатые, девчата. У меня тоже есть одна подушечка здесь такая продолговатая. И одну я дарила внученьке. Бабочки. И вторая сторона. На одной стороне вот крупные бабочки, видите? А на другой как бы помельче. Вообще шикарный. Вот наловочка. И цвет такой. Лето-лето. Просто лето-лето. Спасибо нашему любимому Васильку. Вы знаете, вот... Когда постель застелена таким красивым бельем, настроение поднимается, девчата, просто поднимается. Я сейчас вам скажу, сколько наши наловочки стоят. Так, наловочка бязь, зеленый. Одна наловочка, девчат, стоит 154 рубля. Вот для нас, для Владивостока, это ничего. 154 рубля за одну наловочку. 2 штуки 308 рублей. Это шикарный подарок для себя любимый, для родственников. Можно просто в подарок всегда постельное белье подарить, девочки. И человек будет очень рад, очень рад. Девчата, что вам еще покажу? Гляньте, какая красота! Завтра же мы ее постелим. И это скатерть на обеденный стол. Вы видите в моих видео, что у меня на столе Там подсолнухи, подсолнухи вот так по краям, тоже на обеденном, рогожка называется таскатель. Это я уже забыла. Ну, наверное, тоже, да, тоже рогожка. По качеству классная, девочки. И я вот в ту скатерть, я ей прям дорожу, я ее уже стирала в машинке. Потом погладила и снова ее постелила на свой стол. Потому что заходишь, и вот эти подсолнухи, ну, хочется готовить за этим столом, когда на нем лежит прекрасная, красивенная скатерть. Я не удержалась, увидела вот эту скатерть 1,50 на 1,20 м, такой же размер, как и та моя. Ой, рогожка называется маки. Давайте смотреть. Давайте. По качеству, девчата, она будет служить, я уверена, ну не один год. Она нам послужит. Это красота из красот. Вообще. Просто шикарная скатерка. Девчата. Так, эту я взяла покороче. Смотрите, какая красота! Если я ее покажу вам вот так, вот, девочки, смотрите, видите? Это центральная вот часть, а это боковые. Ну как, ну посмотрите, какие яркие такие тона. Это просто чудо. А здесь... Вы знаете, напоминает, вот как раньше, вот заходишь в старые дома, где жили еще наши не родители, а даже бабушки. Вот у них все были как рушники висели, рушники вышитые, помните? Мне так нравилось, девочки. Глядите, какая это красота, просто неимоверная. Ой. Ну, это, конечно, я постираю все, девчата, новые вещи, но я новые всегда стираю в обязательном порядке. Ровный-ровный, вот такой вот строчка ровная. Не стала брать огромную, а взяла вот 1,50 м. Так, сейчас я вам скажу, да, 1,50 на 1,20 м, чтобы, знаете, садиться и... Ну, до колен там не болталась эта скатерть, не надо мне. Вот она по моему будет столику. Классная. Очень красивая. Просто красавица. Ой, это маки. Такие, ну, не налюбуюсь. Гляньте, девчата, спасибо нашему Васильку. Вот за такую красоту... Это вообще, девчонки, стоит скатерть. Видите, бабочка у меня летает. Но их нельзя убивать. Она вылетит, я думаю. И... О, это махаон, девочки, залетел. Черная бабочка, это точно махаон. Вы знаете, скатерть всего лишь стоит 210 рублей. Ну что, мои хорошие, дойдем к простыням. Двухспальная простынь, 120 грамм на 1 м. Называется «Бясь Елена». Это я вам сейчас покажу. И так, и 1,5-спальная «Эдем Бясь», тоже 120 грамм на 1 м. Вот это 1,5-ка. А вот это... Двухспальная. Раскрою, девочки, раскрою сейчас и вам покажу. Простыня двухспальная. Вот это, то есть. Цена на нее, сейчас, девчата, я вам скажу. Так. Двухспалка, 2 м на 2,20 м. Простынь стоит 357 рублей. Бязь, и называется она Елена. 1,5-спальная. Вот это. полуторка стоит. Зеленый, называется Бязь Эдем, 239 рублей. Недорого, девочки. Там столько выбор простыней и любых расцветок, любых размеров. Я беру почему полутораспальную. Верен диван, он застилается полутораспальной. Двухспальный очень с боков до пола простыни. А на свой диван, вот на этот, я беру двухспальный. Он шире, чем верен диван. На тот новый диван я уже так поняла, что там надо брать, девчата, уже даже не полуторный и не двухспальный, а евро. Ой, какая красота! Девчонки, смотрите, какая красота! Вообще нежность-нежная. Гляньте. Это вообще шикарная простынь. И я подбирала, девочки, кстати, они тоже зелененькие, да? Вот. Вот простынь и вот наловочка. Ну, немножко здесь, конечно, с желтым. А так можно стелить, да? Я думаю, да. Гляньте, какая красивая. Так, вот начало. А то я вам показываю вес ногами. Вот так, девчат. Гляньте, какая поляна. Ну, это просто. Залюбоваться можно. Завтра. Нет, завтра мы уедем. Срочно все перестирать. И, конечно же, ой, белье люблю, когда новое белье. И как оно пахнет, девчата. Ну что, открываем двухспалку. Открываем. И это еще не все. О, какие цветочки. Девочки, смотрите, какая красота. Какая красота. Девчат, ну скажите мне, можно устоять вот перед такой постелью? А здесь голубое, голубое все, как водичка, да? Вообще. И здесь такие лилии, что ли, это? Ну, красота. Да, девочки, это двухспальная. Вот оно идет краешки вот такая. Голубенькая, как бы как вода. Здесь как зелень и цветы. Мне кажется, это лилия, да? Девочки, сейчас я встану. Глядите. Какая красотища. Девчата, ну я вот не могу устоять перед красотой. Вот не могу. Глядите. Ой. Ну, это ж красота, девчата. Вообще, гляньте. Просто шикарное постельное белье. Это простынь двухспальная. Девочки, можно любоваться часами. Гляньте, какой красоты пейзаж. Вода. Вот вам вода. Зелень и цветочки. Вообще шикарная. На ощупь ткань, девчата, очень приятная. Не толстая, не грубая. И не тряпка тряпкой. Нет. Вот абсолютно классная. Очень классная. Когда постираю, я обязательно расскажу, как она повела себя в стирке. Ну, вот сколько постельного белья я заказывала, девочки, вообще нет причин даже заморачиваться. Все белье, ни один комплект у меня не сел, не выцвел, не потянулся там, не растянулся. Вот абсолютно. Вот как оно было, я стираю на 30 градусов, машинка получасовая стирка и отжим 800 оборотов. Не нужно стирать в горячей воде или в кипятке. Конечно, любая ткань там может сделать, деформироваться. Но я стираю вот 30 градусов. Вот здесь даже пишут: ручная или машинная стирка мягкими моющими средствами без содержания хлора при температуре 30 градусов. Цветные изделия стирать отдельно. Ну, по-моему, все хозяйки стирают, как мы стираем. Вперед белое белье, потом цветное, потом темное. Так же мы стираем, девочки. Это, конечно. И стирать глажение рекомендуется проводить в режиме хлопок. Не подвергать химчистке, отбеливанию. Понимаете? Перед использованием рекомендуется постирать. Усадка после стирки 5%. Ну, какое бы оно новое не было изделие, хоть кофта, хоть трусы, хоть постельное, естественно, его надо вперед перестирать. А потом уже нести в шифонер, девочки. Это обязательно. Вот значки мои хорошие. Вот. Вот здесь стирка, утюжка. Вот, мои хорошие девочки, смотрите. 30 градусов стирка. 30. Вторая. Все то же самое. Это бязь. Бязь 100%. Но он классный. Он классный. Полутораспальные размеры 150 на 215. А двухспальная 200 на 215. Вот. Цену я вам сказала, девчата, да? Вот. Цена у нас, значит, простынь полуторная. Полуторная 239, а двухспальная 357 рублей. Девочки, в этот раз я заказала еще вот такую кучу трусов. Да-да, трусов. И трусы покажу. Кто не может смотреть трусы, значит, эти моменты пропускаем. Которые люди у нас есть, стесняются трусы покупать. Я не знаю как. Трусы везде продают. Ни один человек без трусов не ходит. И в этом ничего страшного нету. Трусы новые, в каждом магазине лежат, и мы их покупаем, и мы их носим. И после трусов вот такая коробочка, которую я вам покажу в конце видео. И это подарок для моей внученьки. Я еще, честно, его не смотрела. А хочется. Давайте вперед трусы посмотрим. Так, трусы, девчата, я вам сейчас, знаете как? Я вам просто зачитаю, потому что не буду говорить, где какие конкретно трусы. Хорошо? Так, трусы женские 42-44 по 60 рублей. Трусы XL. Так. 3XL по 80 рублей. 4XL тоже по 80. Так. Есть тут трусы еще по 58, по 60. Видите, разные цены. Ну, давайте тогда начнем с меньших к большим. Так, что ли? Не знаю как. Девочки, вот трусики 42-44. Классные трусы. Так, 42-44 трусики. По 60 рублей. Здесь идет вот такая вот резиночка широкая. Вот они сшиты. Сейчас я поближе подвину камеру. Девочки, сшиты они вот. Резиночка. Вот здесь такая вот беечка. Вот. Видите? Классная. и прошиты вот швы. Смотрите, все оверложенные, швы крепкие. Я вам скажу, ну точно такие трусики мы покупаем. Только мы покупаем их дороже намного. Вот, это я вот последний раз на рынке у одной только китайки нашла трусы по 50 рублей, а так 100 рублей. 100 рублей одни трусы, это дорого, девчата. Все подорожало в магазинах. В Васильке вот эти вот трусики, так, XL, сейчас я вам скажу, 42-44, 60 рублей, вот, за штучку. Раз, два, три, четыре, пять. Таня не покупает по чуть-чуть. Но трусов, я считаю, девчата, должно быть много. 5 пар таких вот трусиков. Это моей дочке. Потом трусы. Так, вот здесь нежно-розовые. Сейчас я вам скажу цену. Да, девчонки, вот такие вот трусики еще. Тоже они прям вот тянутся. Здесь тоже вот беечка проходит и широкая резиночка. Вот они. Видите, натягиваются. XL 42-44. Вот такая вот этикеточка. Вот они стоят, девочки, 58 за одни трусики. Так. Трусы женские, какао, 46-48. Вот такие трусики. Так, это 3XL, 46-48. Сейчас я вам скажу, 60 рублей. Классные, девчата. Вот прошито шов. Вот он, видите? Вообще тянутся. Плавочки хорошие. Вот что-что, девчонки, вообще классные. Вот такие классные трусы. Ткань дышащая, что немаловажное. Так, женские трусы XL 42-44. Так, сейчас я посмотрю, сколько они стоят. Вот такие вот красивенные трусики. Это маленький самый размер. Ну, вы догадались, для кого трусы. А для моих двух дочерей. И тут есть и мой размерчик. Сейчас скажу, сколько стоят вот эти трусики. Да, девочки, вот эти трусики стоят, цена 80 рублей одних трусиков. Но они стоят этих денег, стоят. Смотрите, прошито все классно. Здесь такие ажурненькие, нежные трусики. И таких у нас трусиков, вот вторые такие трусики, да? Да. И третьи такие трусики. Еще трусики 42-44. Вот такие красные. Я люблю покупать трусы. Может, кто-то там напишет что-то. Девочки, но трусы должны быть в обиходе. Обязательно их должно быть много. И что немаловажно, они должны быть очень красивые. Это трусики, это нижнее белье. Для любой девушки, женщины, это немаловажная вещь. И эта вещь нужный и в первую очередь должен быть красивый, удобный, комфортный. Вот эти трусики классные вообще. 42-44 красные, я вам сейчас скажу. XL 42-44. 60, наверное, рублей. Так. Трусы недорогие, девчат. Вот вы знаете, да, 60 рублей. Чего ж не купить-то за 60 рублей? Там разные, разных цветов. Прошиты классно. Смотрите, вот резиночка. Видите? Тянутся трусики. То есть Размер любой девочки. Будут вообще сидеть на теле. Просто шикардос. Тоже таких 3 пары. В общем, трусами запаслись. Спасибо Васильку. Трусы женские 48,50. Так, ментоловые. Вот такие тоже красивенные трусишки. Смотрите, классные, да? Так, цена хлопок. Сейчас посмотрим, и я вам скажу, сколько эти стоят. Девчонки, вот эти трусики все по 80 уже рублей. Вот такая вот вставочка, она прям вот как шелковистая, классная. Смотрите, какие шовчики. Отличные трусы, вот просто отличные. Глядите. По попе сядут, все прямо будет шик. Трусы женские, какао, 52-54, чей размерчик мой, мой. Гляньте, это я выбирала. Тоже вот такой же фасончик, но цвет, вот такой цвет обожаю, девчата, просто обожаю. Это мое, чье мое, это опять мое, беленькие. Девчонки, смотрите, резиночка классная, тугая. И швы шикарные. Трусишки красивые. Смотрите, вот с такими штучками. Белые тоже, я считаю, должны быть. Я вообще люблю разноцветные, чтобы сегодня одел такие, завтра такие, послезавтра третьи. Ну, кто со мной давно, вы видите, что если я покупаю трусы, то вот такими стопами. Это болезнь, девочки. Но нижнее белье, я считаю, должно быть много. Вот они тоже беленькие. Это тоже мое. 50-52. Это моей старшей дочки. Тоже серенькие она вот выбирала. Девочки шикарные. Просто шикарные. Посмотрите, сколько трусов. Ой, богатство! Спасибо Васильку. Ну и что, мои девочки, дорогие, давайте откроем, что у нас в этой коробочке. А в этой коробочке, я не знаю, как ее открыть, надо развязывать. Здесь подарок для моей внученьки. Столько будет радости, девчата. Столько будет радости. Да, надо развязывать. Ничего не сделаешь. Будем развязывать. Ой, такой бантик красивый. Мне прям жалко его и развязывать. Смогу ли я потом завязать? Ну, попытаюсь, да? Девчата. А, ну вот так. Попытаюсь. Чтобы... Ой, какая красота! Девчонки! Какая прелесть, какая прелесть. Ой, вот это Басик, действительно Басик. Он тут привязанные ножки. Сейчас, девочки, я его отвяжу, и во всей красе он предстанет перед вами. Девочки, я его вытащила из коробочки. Слушайте, какая красота. Это Басик, это коллекционные игрушки. А моя внучка собирала коллекции собачек, а сейчас у нее любимые кошки. Гляньте, он с пчелкой. Какие глазки, какие усики и ушки. А лопушки-то, лопушки. Девочки, это столько будет эмоций, это столько будет радости. Какая красота! Вот такой вот Басик. Сейчас я вам скажу, девчата, сколько он стоит. Так, игрушка Басик, футболки с пчелкой, 19 сантиметров. Вот он Басик. Цена его 928 рублей. Но это прелесть, это просто чудо. Ой, девочки, а я сегодня же ее видела, говорю, там твой Басик приехал. Она говорит, я пойду с вами. Я пойду к вам с вами. Я говорю, ну ты в воскресенье приедешь, с папой приедешь и заберешь этого Басика. Девчата, это чудо. Представляете, какое это чудо? Вот здесь у него шарики. Да, как во всех положенных игрушек, чтобы он мог сидеть. Вот он сидит. Это просто чудо. Спасибо, любимый наш Василек, что он радует не только взрослых, но и наших детей и внуков. Огромное спасибо. Упаковали девочки в такой паспорт. Девчата, действительно, Басик, кличка Басик, умная, крупная, носик маленький, глаза круглые, медовые, уши висячие, хорошо поставленные, хвост короткий, без дефектов, шерсть короткая, густая, плюшевая, кондиция выставочная. Смотрите, девочки, даже паспорт есть на Басика. Я же говорю, это коллекционные, а дочь мне говорит, мама, это же коллекционные игрушки, они такие дорогие. В магазинах у нас эта игрушка стоит намного-много дороже. Дополнение, радость, хлопоты, аллергия, линька. Нет, ничего, сохранность дивана, штор, кожаного пальто, стирка в стиральной машине. Можно стирать Басика. Девочки. Вот на этой красивой, хорошей ноте, наверное, будем заканчивать это видео вместе с Басиком. Под видео будет ссылочка на интернет-магазин, куда вы можете пройти, посмотреть, зайти, выбрать товар для себя, любимых. Себя надо баловать, девчата, это точно. Когда нам приносит радость, вот эмоции позитивные, они нам продлевают здоровье, а значит и жизнь. Балуйте себя, мои дорогие девочки. Покупайте для себя то, что вам нравится. Вы знаете, вот это можно покупать внукам, дарить внукам, детям. Вот эту красоту, так же, как и вот эту красоту, можно купить в подарок. Девочки, скоро будет не за горами Новый год. Он быстро-быстро придет. Родственников море. Хочется сделать подарочки. Заходите. Постельная, там очень-очень большие выборы. Вы знаете, и в комплектах, и подушки, и одеяло. Что только нет. Есть одежда для мужчин, для женщин, для детей. Есть пледы разнообразные. Есть для кухни полотенца, скатерти. И игрушки тоже есть. Есть туники, платья, девчата, бриджи. Выбор огромнейший. Там по магазину можно гулять целый день и выбирать товар. Чего я вам и желаю. Проходите внизу по ссылочке, выбирайте, девчата, радуйте себя. А на этом всем пока-пока, до новых встреч. С вами была Татьяна и Басик. Всем пока. Пока-пока.